Ух ты. Так, ребята, а вот это уже настоящая змейка, гадюка. Смотрите, какая злая, маленькая. Но они бывают и побольше, раза в 2-3. Таких я в степи находил, а это у нас во дворе. Вот она какая агрессивная. Да, отличается она расцветкой от тех змей, которых раньше я показывал. От больших водяных ужей, или как их там еще называют, безобидных, по крайней мере. А это явно настоящая гадюка, это ядовитая змейка. Это плохо, что она сюда к нам приползла. Опасная штукенция. Ух, злобные эти змеи, поэтому придется... Оп, ого. Ого, как прыгает. Придется эту ликвидировать. Ну-ка, лопату мне. Сейчас вот этим инструментом уж, простите, но придется. Тут дети во дворе. Такое мне не надо. Хоть и жалко, ничего против не имею, но... Прости, змейка, но ты мне тут не нужна. От греха подальше. Беру грех на душу, но на всякий пожарный. Инструмент на место. А змейки, царство небесное, пусть ползает там. Ну а тушку съедят котята, я думаю, с удовольствием. Вот она, настоящая гадюка. Вот ее расцветка. В глаза заглядывать не буду, какие там у нее зрачки. Что-то не хочу я туда впасть, лезть. Она же ядовитая. Ух ты! В принципе, она без головы, но все равно хотела грызануть меня. Развернулась. Вот это настоящая гадюка. В принципе, любых змей остерегайтесь, дети, вы поняли? Нельзя руками трогать и подходить близко. Видел, как она пыталась прыгнуть, Вадим? Это очень опасно. Если бы она вцепилась, она могла бы отравить папу ядом своим. Ты понял меня? Смотрите, не балуйтесь. Увидите, сразу бежите, маму зовите или папу. Хорошо? Все, теперь свободны, бежите.